Всем привет, друзья! Вы на канале «Пчела начинающим». С вами я, Анатолий Борисович. Сегодня у нас 23 мая. Мы находимся в Донецкой области. Пчела степная украинская. И сейчас вот роевая пора. У всех роятся пчелы. Летят рои. Вот мои коллеги здесь, пчеловоды в нашей местности, жалуются, что вот тот упустил там один, тот четыре, тот это. Ну, у меня, соответственно, тоже пчелы вошли в роевое состояние, вот в некоторых семьях роятся. И вот я уже на протяжении вот где-то 5 дней тоже сижу, жду выхода роя. Определил определенные семьи, там, где потянули маточники и должны уже по срокам выходить. Ну, я решил таким образом не перебивать это роение, а взять рой, и чтобы эта семья работала, потому что рой обычно очень активно работает, начинает энергичную такую деятельность. И вот сижу, жду, нет и нет, нет и нет. Уже и сроки подошли, ну, погоды, соответственно, конечно, холодные, плохие. Пчелы плохо летают, вот отдельные дни. Допустим, вчера был солнечный день, выдался, все семьи облетелись, но рои так и не вылетели. Ну и вот сегодня я решил посмотреть две этих семьи, которые у меня, так сказать, на вылет. И в итоге, ну вот и вам сейчас покажу кое-какие кадры. Вот эту семью я смотрел 4 дня назад. Полно маточников. Вот видите, все улочки заняты пчелой. Полны пчелы. Полным-полно пчелы. Маточников полно, пчелы висят, не работают. Матка уже худенькая, готова к полету. Вот я 4 дня наблюдаю. Вчера была хорошая погода, был очень сильный облет. Рой не вышел. Ну и вот, что думать. Возможно, уже и матки вышли. Вот, по-моему, даже и молодая матка уже перекликивается с другими. Да, скорее всего, что молодые матки начали выходить. Рой не выходит. Сейчас посмотрю. Интересно. Погода не холодная. Сегодня тоже холодно. Пчелы не летают. Возможно, эта холодная погода и перебивает им выход роя. Даже непонятно, полетят, не полетят. Возможно, старую матку ликвидируют, да между собой там разберутся. И так рой не вылетит. Интересная ситуация. Ну ладно, посмотрю. Пересматриваю все рамки на наличие маточников. Струшиваю пчел, чтобы было видно все. Вот смотрите, по бокам. Один, второй. Внизу маточники. С другой стороны на рамке то же самое. Внизу, на боках. В общем, маточников полно. Ну, некоторые вырезаю на всякий случай. Возможно, для вывода маток в клеточках. Старой матки в улье уже нет. Проверил все полностью. Вот видите, маточник только-только открылся. Вот она, крышечка еще не обгрызана до конца.
матка вышла. Ну, она внизу уже, я ее опустил, видел я на другой рамке. Опустил в первый корпус. Вот, обсматриваю, чтобы больше не было маточников. Вот этот вот трутневой расплод полностью обрезаю. Молодая матка сейчас сеять не будет, они здесь зальют медом. Ну вот видите, вот она, молодая матка ходит. Еще одна. Одна внизу уже я пустил, это еще одна. Вот смотрите, сколько маточников роевых здесь. Видите, вот они. Внизу. Куча. Сейчас я эту матку заберу в клеточку. Отсажу в клеточку, эти маточники повырезаю пока. А вот смотрите, друзья, еще одна матка. Вот еще пчелы тут закрыли, еще одна. И вот тут третья. Где она? Господи помилуй. В общем, третья, три матки. Ну вот видите, какая рамка с роевыми маточниками, вот они здесь все. Полностью облеплено. Вот я тут три матки поймал, сейчас посадил в клеточки. Ну, вот оно видно здесь вот. Недавно совершенно вышли. Вот одна открытая, вот вторая открытая. Крышечки еще на месте. Вот открывает. Вот открывает, выходит. Видно. Усики оттуда торчат. Вот такая вот ситуация. Ну вот такая картина, друзья. Как вы могли увидеть, понятно было или нет, конечно, все это сумбурно, потому что приходилось все эти действия выполнять быстро. Значит, вот в одной семейке я оставил одну матку, в другой семье точно так же старой матки нет, повыходили молодые матки. Почему не роятся, почему не летят? Уже должны раи с молодыми матками вылетать, не вылетают. Ну, насколько я мог, позабирал. Позабирал там лишние матки, маточники. Удалил, сделал тут несколько отводков. Прямо на рамочках. Немножко рассредоточил их. Оставил, как мне кажется, самые такие благоприятные, хорошие, большие матки. Вот такая вот ситуация в этом году. Почему так происходит? Пчел сложно понять. Странности природы, климат, вот эта вот погода, все это влияет. Хотел раи, не получились. Ну, будем дальше, как говорится, заниматься этим делом. На этом все, друзья. До свидания, до новых встреч. Пока.